Олимпийский стадион Фишта приветствует вас, дорогие любители МЛБ первой лиги. В Сочи чайки летают, в Сочи птиц многовато, голуби к Фишту очень часто прилетают, но сегодня к нам приехала чайка, если сочинцы будут говорить. Чайка играет в футбол, Сочи первая встреча в истории этих команд, поэтому история пишется на наших с вами глазах. Капитан, мы с тобой. Вот. И такое прекрасное обращение сочинцев. Поддерживают они тех, кто получают повреждения на регулярной основе. Андрей Криворучко кричит: поехали, начинаем и мы эту встречу. Чайка, гости, номер 73, восьмое у Сочи. Атака через правый фланг, и последовала подача, хороший удар, и гол! Сочи открывает счет 1-0! Первая подача, и он, Владимир Писарский, подставляет сейчас свою светлую голову и принимает поздравления. Ну а мы посмотрим на повторе, как это действительно было. Первый момент у сочинцев. И попадут в объектив нашей трансляции. Они периодически бывают здесь на стадионе Фишта. Пошли ложные переступы. Подача, хороший удар и гол! Они сегодня забивают головой. Мартин Крамарич вслед за Писарским показывает: надо бить головой. Красота. И подача великолепная, очередная. 2-0, Сочи. 10 минут второго тайма пролетели крайне незаметно. Сочи в атаке, классная скидка, можно забивать. Но Штепа против, и на счастье Штепы мяч в воротах не оказался. Да, когда казалось, что уже все. Михаил потащил, справился с этим ударом, но коварный мяч. Сам прорывается вперед Маляров, успевает отдать точную передачу. Опасный удар, и штанга выручает Сочи. Каркас ворот заступается, еще один удар, но и не везет гостя. Браво, Маляров, так и хочется сказать. Его успели подтолкнуть в спину, но в самый последний момент Маляров смог выполнить точную передачу на партнера. Классная передача, Писарский. Можно пробить, мягкий перевод, и бить ее, и забивать, и перекладина. Теперь уже помогает Штепе. Слушайте, второй тайм, тайм каркасов, Писарский. Не жадничает Владимир. И классную передачу снова вырезает. Подача, и Штепа на выходе успевает помешать сочинцам. Еще одна волна, третья. Слушайте, это шторм. В Сочи очень много смерчей и ураганов в последнее время. Погода бушует, и футболисты в том числе нагнетают и нагнетают. Вот один из новичков, Литвинов. Готовит подачу, но нет, простреливает, опасно, решать можно, и гол! Они снова забивают головой! Может быть, у Сочи сегодня установка, мы забиваем головой. Я не могу найти другого объяснения происходящего. Удивительный матч. Балтика, Урал, Торпедо, Арсенал. Поперечная передача, еще один опасный момент, удар, и гол! Все. Заканчиваем челлендж с головой. Пора к ногам переходить. Они тоже могут ногами забивать. Руслан Магаль, номер 28. 4-0. Сочи в каждом из таймов сегодня забивает дважды. Ликуют хозяева. Сегодня у них все получается. Они хотят максимально порадовать своих болельщиков. И еще один перехват, еще один момент. Штепа потерял ворота, мяч там. На точку указывает Николай Волошин, 5-0. Удивительно, но это реальность. 14 номер сочинцев тоже поучаствовал в голевой атаке. Его поздравляю. Волошин показывает, пора мяч в игру возвращать. Дегтеву звучит финальный свисток со счетом 5-0. Сочи одерживает самую крупную победу для себя в этом сезоне МЛБ первой лиги. Но это только 13-й тур, и в лучшей лиге мира мы с вами не исключаем и
других рекордов.